Власти Башкирии не собираются погашать госдолг за счет резервного фонда республики. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщила министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. Напомню, на сегодня госдолг республики оценивается в 25 миллиардов рублей. До конца текущего года его планируют сократить до 24,5 за счет трансферта из федерального бюджета. Что же касается резервного фонда, то его объем сохраняется из года в год на уровне 26 миллиардов. На сегодня и этот уровень, она не меняется, мы его пока не наращиваем, мы его держим. В принципе, у нас госдолг, объем госдолга тоже 24 миллиарда рублей, то есть мы одновременно можем погасить однодневно этот госдолг. Мы его не погашаем, в принципе, мы хотим, конечно, эти резервы использовать для цели наращивания, наращивания прибыльных предприятий, которые как бы могут увеличить и должны увеличить объем нашего бюджета. Доходы. По словам министра, средства резервного фонда используются только при необходимости. Например, если в бюджете не хватает денег на выполнение социальных обязательств и их индексацию. Кроме того, средства фонда идут в инвестиционные проекты, добавила чиновник.